Контейнерное озеленение. Суть его заключается в следующем: растения высаживаются в контейнеры, а не в открытый грунт. Функцию контейнера может взять на себя вазон, корзина, бочка, кадушка или другая подходящая емкость. Таким способом можно озеленять любые участки вне зависимости от их площади, в том числе и те, что расположены в центральных частях городов, где вряд ли найдется место для открытых клумб. Но самое главное, располагать контейнеры можно по своему усмотрению и под настроение. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.